20 сентября, ремонт продолжается. Перешли на перфоратор, поняв, что если будем отбивать, как делали, то к 2020 году точно не успеем. Вот из чего состоит наша стена. Из двух блоков без утепления. Что мы творим? Мы хотим перенести стеклопакет прямо вот сюда, на первый блок поставить его. Видите, это первый, второй уже почти сколотили. Вот. Тем самым мы расширим пространство балкона. Вот. Углубимся в комнату. А здесь у нас будет предусмотрено теплое остекление, поэтому этот стеклопакет со временем пойдет в утиль, я надеюсь. А сейчас мы занимаемся перестановкой балконного блока. Обратите внимание, что утепление, во всяком случае в нашей квартире, оно вообще не предусмотрено. Здесь просто два блока, соединены между собой. Никаких утеплителей, никаких вообще ни минваты, ничего нету. То есть это просто вот бетон, небольшое армирование и штукатурка на сетке. Все. Из утепления балконного блока это вот такая вот проставочка. Не знаю, что это такое тоненькое. А здесь ничего не пропенено. Пропенено был только подоконник. И вот здесь. И поверху. Поверху пущен уголок, на котором стоят блоки, чтобы не рухнуть. Из утепления на нашем балконе только вот эта стенка. Вот она, с наполнением. Все остальное это холодные стены. Это оказалось сложнее, чем мы думали. Смотрите, сколько креплений. Только поверху. 6. По бокам прикрепили они вообще очень основательно окна. Так что мы дольше, чем обычно. Перфоратор у нас Декстер. Только купили вчера в Леруа Мерлене 2700 с копейками. Плюс зубило 150 рублей. Смазка 100 рублей. Посмотрим, сколько он у нас продержится. Пока у меня сегодняшняя задача убрать вот этот второй ряд блока, как можно больше расширить пространство балкона. А у нас нет воды. Сегодня целый день ни холодно, ни горячий. Вот в таком виде я хожу. Сейчас покажу, что сделано в ванне. Плитка вся доделана. Осталась затирка, потолок, электрика. Розетку доделать, доборы и обналичка, но она придет только в четверг. Вот. Как грязюка, ничего не помыть, не помыться.
Все, пол у нас в коридоре тоже сделан. Пол в коридоре тоже сделан. Сейчас полный строительный хаос. Вот так мы живем. Никому такого не пожелаю. На балконе уже темно, чтобы снимать. Послезавтра приступаем к утеплению балкона. То чувство, когда страшно заходить на балкон. Что меня ждет? Сейчас надо срочно убраться. Мишки, кстати, ездят на дачу засыпать дорогу. Одним делом убиваем двух зайцев. Утепляем балкон. Здесь у нас зашит пеноплекс, пятерка на пене, минвата, отражательная пленка, пеноблоки. На углах используются уголки. Здесь также все пропенивалось и прокладывалось уголком вот эта отражательная пленочка. Здесь у нас была отбита штукатурка, насквозь была дырка на улицу. Запенивали, закрывали вот отражателем. И узким блоком, троечкой. Стыки на потолке также пропенены. Сегодня у нас 3 октября, уже 2 месяца, как мы приехали в эту квартиру-студию, и потихоньку мы делаем ремонт на балконе. Из сделанного у нас сделан парапет, боковые стены, уличная стена утеплена, стена между соседями еще нет, будет утепляться еще тройка пеноплексом, пока здесь только блок десятка, все блоки десятка, пол у нас пескобетон с керамзитом, 4 сантиметра стяжка, может чуть больше местами, потому что пол был очень кривой. Вот по наполнению я уже рассказывала, здесь у нас отражатель, вата пятерка и пеноплекс пятерка под стекло.
Сегодня-завтра будут приезжать замерщики, рассматриваем профиль Века или Рехау. Посмотрим, что выгоднее, что по цене получится. Вот, как-то так. Ну, после остекления уже будет финишная отделка балкона.